А вот то, что подписал контракт, стимулом были деньги? Нет. Скорее всего, наша пропаганда, российская, имеется в виду. Когда захотел, что думал? Вот, как бы, ну, если стимул... Ну, я, честно тебе скажу, я не верю. Да, частично для тебя стимулом были деньги, да? Где 30к, а где 150-200, да? А тут немножечко по-другому ситуация была. Я шел конкретно на контракт, на полноценный контракт в российскую армию, то есть свою часть. Угу. Меня не взяли. Там причины не объясняют, естественно. Меня не взяли. Это я шел где-то январь-февраль. Угу. Летом мне поступил звонок уже с областного военкомата. То есть вы устраивались на контракт? Я сказал, да, устраивался, но меня не взяли. Можешь приехать в областной военкомат. Для тебя есть вакансия. Я хорошо. Я приехал в военкомат в Челябинске. Там мне сказали, есть на вакансия, то есть разгружать, сопровождать гуманитарные грузы. Угу. То есть часть находится на границе России и Украины. Угу. Ты будешь заниматься гуманитаркой. Согласен на это? Да, согласен. Почему нет? Отношение к войне я имею. Часть находится на территории Российской Федерации. Я хорошо. Но сопровождать ты будешь, то есть, на Украину. Я ладно. Все, когда уже прошел медкомиссию, все вот это прошел. Нас привезли. И действительно вывели из строя где-то 6, что ли, человек. Отправили разгружать Ил-76 с гуманитарным грузом. Там, то есть была еда, одежда, вот это все. Все, как только мы его разгрузили, нас привезли в палаточный лагерь. В палаточном лагере на следующий день нам дали Калашникова. Кому-то дали магазины, кому-то нет. Посадили в Уралы. И вот, когда уже вот эту арку Россия-Украина, мы заехали на Украину, и все, там уже в пехоте сказали, вот, вы там в такой-то... Задачи какие ставились? Задача обычная, вот это село стоит, то есть дома, где раньше жили мирные жители, то есть жители какие-то. Вот, в одном доме это был штаб. Вот нам надо было стоять тупо с автоматами рядом с этим домом, и все. И смотреть, чтобы никто из леса, там из лесополосы не вылез. Но когда тебе сказали ехать в Украину, у тебя не было какого-то стрёма? Имеется в виду, когда вот мы пересекли вот эту арку? Ну да. Не было, да? Хорошо, ты сказал, что у тебя как бы частично были деньги, да, но частично как бы идеология, да? Ты сказал под российской пропагандой, да? Вот что именно? Легко объясню. Потому что я уже и тут, ну, каждый день, можно сказать, смотрим мы новости. Угу. И сравним с нашими новостями. Вот все, что показывают здесь, то орки там, все, что на территории вот эти уничтоженные, угу. плачущие люди, то есть угу. как по ним действительно мы прошлись, так сказать, как по живым, ну, можно сказать, ну, танкам, убитые, ну, горем. Вот. И взять наши новости, где люди, которые здесь находятся, говорят нам спасибо, ждут нас освобождать непонятно от кого, уже выясняется, потому что никто нас тут ни хрена и не ждал, мы нахрен тут никому не нужны. Нас тут тупо ненавидят, можно сказать, и это понятно. Ну, то есть... Давай немного подытожим. Где правда, с какой стороны? Вот лично для тебя. Лично для меня? Не знаю, из-за чего эта война, но судя по людям и по ихнему отношению к нам, правда здесь. Потому что я не слышу тут от людей, ну то, что слава богу, вы пришли, мы вас ждали. Такого нету. То есть как бы россияне — это оккупанты? Получается так. Получается так.
понравилось.